Друзья, всем привет! Продолжаем делать тандем. Вот у нас будет стапель, на котором мы вверх ногами поставим две рамы и, скажем так, будем пытаться добиваться соосности верхней трубы и всей конструкции. В предыдущем видео не сказал, к сожалению, я упустил классную раму от тандема, итальянскую, на OLX за копейки, но мне в какой-то момент стало жалко этих денег. На эти деньги можно купить много интересных экспонатов для музея и много инструментов для мастерской. Хотя сумма была на самом деле очень низкая за раму с двумя каретками и вилкой. Даже смешной. А с другой стороны, если бы я купил эту раму, возможно, я бы не делал тандем, и мы бы сейчас с вами не пили чай, кофе за этим видео. Продолжаем. Вот у нас уголок, на который станет две рамы. Мы распилим его пополам и приварим вот в таком положении. Соосность будем уголка добиваться квадратом, вложенным вовнутрь. В общем, режем. Вот наш незамысловатый стапель. Идея какая? Ставим вот сюда одну раму. Этот уголок и этот у нас приварены соосно. И сюда ставим вторую раму и примерно смотрим, что получается. Так, теперь нужно устаканить вот здесь вопрос, потому что, скорее всего, угол наклона рулевого стакана и трубы подседельной немножко разный. Поэтому мы отрезаем здесь, вставляем туда большую довольно-таки втулку, не втулку, вставляем туда отрезок трубы для усиления и подвигаем ближе сюда этот элемент, возможно, обрежем его. Так, сейчас нужно это все зафиксировать. Есть такая запчасть от донора, от Дениса. Она у нас будет зажимать подседельный штырь. Я уже практически подогнал трубу нижнюю, недостающую. Сейчас мы обожмем каретки и на прихватке поставим эту трубу.
Друзья, всем привет! У нас есть передачка от нашего друга и фотографа Олега Третьяка и подписчика. Раз и два. Две торбы счастья. В общем, тут в основе велосипедные запчасти, но вот есть, допустим, такой зажимчик, который можно зажимать что-то в музее, использовать его как крепеж для чего-то. В общем, тут много чего интересного, не только для музея. Вот отличная звезда, которая станет на какой-нибудь из велосипедов. Подседельный штырь, довольно-таки длинный, у нас такого нет. Руль от Украины просто в замечательнейшем состоянии. Так, что у нас тут еще? Вода есть? Так, второй шатун. Куча цепей. О, вторая грипса от руля. Ну, мы, в принципе, знаем, что грипсы лучше разогревать. Так, педаль. А, кстати, видел я где-то педаль здесь. Ух ты, ничего себе. Вот такого шатуна у нас оставшегося точно не было. К нему бы еще звезда, вообще была бы бомба. Ага, вот и левый шатун. Супер. Вот это да. Тормозулька такая. Можно смело ставить на тандем. Если только позволит, конечно, ширина. Потому что это шестерное что-то. Еще подшипники. Да? Вау. Тупипсы. И тут их как раз, кстати, в общем, опять же на тандем. Задний переключатель. Скоростей. Тормозные ручки. Как раз еще есть регулировочкой. В общем, перебирать, не перебирать. А еще, кроме запчастей от Олега, фотографа, мне достались вот фотографии такие замечательные, которые Олег сам снимает на пленку и сам печатает. И здесь вот немного фотографий из мастерской. Вот замечательная фотография самого Олега с его фотоаппаратом. Вот это казацкое кладбище на Хаджибейской дороге, и это тоже где-то на Хаджибейской дороге. В общем, Олег, большое спасибо за фотографии и за запчасти, и вообще за то, что ты у нас есть. Тормозов-то получается нету. Вот даже можно практически, наверное, развернуть. Стандартные ХВЗ-шные тормоза на эту вилку не станут. Во-первых, нет отверстия, но отверстие еще можно просверлить. А во-вторых, высота клещей очень маленькая. То есть нужно будет искать или другие клещи, или ставить другую вилку, ну, что, в принципе, не проблематично. И то, и то. А вот сзади, я думаю, что станут. У нас тут есть отваливающийся мостик, мы его отламываем и припаиваем так, как нам нужно будет, вот в этом месте. Ну, хотелось бы, конечно, руль а-ля ретро, но
тормозульки встают не очень. В общем, не ясно, как их поставить. Нам сегодня Денис подарил вот такой отличный баран уже с тормозульками. И мы его сюда прикрутим.